18 тысяч махачкалинцев воспользовались безналичной системой оплаты проезда. Такие данные за сентябрь текущего года приводят в администрации Махачкалы. Напомним, что новая форма оплаты проезда стала доступной для жителей города впервые. Оплатить проезд теперь можно с помощью банковских и транспортных карт, а также смартфонов и смарт-часов, в которых установлены сервисы для бесконтактных платежей. Кроме удобства, нововведение еще и выгодно для горожан. При оплате проезда в троллейбусах с помощью карты практически любого банка пассажиры получают скидку 3 рубля. В будущем планируется ввести такую систему не только в троллейбусах, но и во всем общественном транспорте столицы.